Всем привет! В этом видео мы будем говорить о новом формате клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor Craft. Мы заканчиваем ремонт шоурума в нашем офисе, и завершающим этапом отделочных работ будет укладка напольного покрытия, а именно Fine Floor Craft на специализированную клеевую подложку Extra Floor Flex Pro. Craft – это уникальные размеры плашек клеевого кварцвинила, очень точно имитирующие натуральный штучный паркет. Давайте подробно разберем порядок выполнения работ и выбранные нами решения. Раньше в офисе у нас были стеновые перегородки. Мы их снесли и получили основание, состоящее из двух видов керамогранита и цементной полусухой стяжки. При помощи готовой шпаклевки Еврокол 900 мы зашпаклевали все швы между керамогранитом, швы от стеновых перегородок, зашлифовали и получили практически идеальное основание. Ну и, конечно, непосредственно перед укладкой мы очистили и обеспылили это основание, буквально пропылесосили. Перед укладкой напольного покрытия обязательно нанесение разметки. И согласно выбранному нами направлению укладки, мы делаем разметку при помощи отбивочного шнура. Направление мы выбрали диагональное. Кстати, вместо отбивочного шнура можно использовать и лазерный уровень. Укладывать мы будем клеевой кварцвинил, но укладывать мы его будем не на клей, а на специализированную клеевую подложку Extra Floor Flex Pro, обладающую уникальными свойствами. Подложка жесткая, выдерживает нагрузку в 400 кПа без деформаций. Толщина подложки 1,8 мм. То есть такая подложка идеально подходит для укладки клеевого кварцвинила как в бытовых, так и любых коммерческих помещениях. Выбор такого способа укладки был сделан по нескольким причинам. Быстрое и простое приклеивание покрытия без использования клея. Соответственно, эксплуатировать такое покрытие можно будет сразу же по окончании укладки. Подложка скрывает мелкие неровности на неидеально подготовленном основании. Заметно снижает уровень шума при ходьбе в помещении и подходит для помещения с высоким уровнем нагрузки. Итак, позиционируем подложку перпендикулярно нанесенной нами разметке. Для этого используем разметку непосредственно на подложке. При этом подложка укладывается просто стык в стык, никак не приклеивается к основанию и не скрепляется между собой. Очень важно, что монтаж подложки обязательно должен происходить строго перпендикулярно направлению укладки покрытия. Надо понимать, что эта подложка изготовлена из полиуретана с минеральным наполнителем. Очень тяжелая, прочная и стабильная, поэтому не требует дополнительной фиксации. А между собой листы подложки будут соединены за счет покрытия, которое будет ложиться нахлест с одного листа подложки на другой и приклеиваться к одному и ко второму соответственно. Итак, приступаем к работам. Снимаем пленку и начинаем укладку. Очень удобно работать с такой подложкой, потому что пленку мы снимаем ровно с того участка, где мы непосредственно проводим работы. Если же мы хотим прерваться, то мы просто укладываем пленку обратно и уходим. Для укладки мы использовали полноформатную плитку из коллекции Fine Floor Rich и тоже Rich, только формата Craft Small Plank. Благодаря комбинации различных размеров плитки, различных фактур, мы получаем практически безграничное количество различных вариантов декора пола. В течение нескольких часов мы без проблем сможем откорректировать положение покрытия на подложке, буквально отклеить и положить заново. Через несколько дней это сделать уже не получится, потому что клей наберет клеящую способность. В нашем случае несколько разных раскладок покрытия используются в одном помещении. Отмечу, что каменные вставки из коллекции Fine Floor Stone мы просто нарезали вручную.
И, конечно, не забываем, что в конце укладки покрытие обязательно по всей площади без исключений прикатать специальным прикаточным валиком, чем мы и займемся. Итак, благодаря использованию подложки Extrafor Flex Pro мы улучшили акустические свойства помещения и уложили наше покрытие без демонтажа старого керамогранита. А с FineForCraft у нас появился мощный инструмент для творчества и реализации любых замыслов в ваших помещениях. До свидания вам и удачи!